Добрый день. Меня зовут Томас Иисус Гарса. Я преподаватель русского языка и литературы, культуры в Техасском университете в городе Остине. Я хочу выразить искреннюю благодарность организаторам этой программы, особенно Американскому центру в Москве, за приглашение выступать сегодня о влиянии Владимира Высоцкого в изучении русского языка и культуры в США. Для меня лично это не просто огромная честь, но тема эта мне очень близка. Я очень тронут возможностью, спасибо, и вам спасибо, русским коллегам и слушателям. Очень рад вас видеть, и что мы с вами проведем сегодня этот час вместе. Теперь, по словам Высоцкого, давайте разберемся. Вопрос о том, как преподается курс по произведению Высоцкого не только в Соединенных Штатах Америки, но в Диком Техасе, довольно сложный. Надо признаться, что я коренной техасец, но не ношу ковбойскую шляпу никогда и всего раз в жизни ездил верхом на лошади. Но правда, что сам Владимир Семенович прекрасно понимал, что такое Дикий Запад. Но, конечно, в русском контексте. Помните, что он работал над фильмом «Хозяин тайги»? Он почувствовал сильное влияние таких открытых мест далеко от ближайшего города. Конечно, русская тайга далеко не наши техасские равнины. Вот. Вот, пожалуйста, слева это наше совсем недалеко от моего дома техасская равнина, где растут вот эти прекрасные лупины. И там справа, конечно, прекрасная русская тайга. Русская тайга далеко не наши техасские равнины, но сходство, безусловно, есть. Цитата из фильма «Здорова власть тайги» сильно напоминает о гимне штата Техас, который называется «Техас наш Техас». Первая строчка вот так. «Техас, наш Техас, да здравствует власть штата». Вот, значит, вот власть тайга, власть штата. Может быть, Техас и тайга не уж столько различные, я не знаю. Но перед тем, как объясню, как создался вот этот курс по Высоцкому, я бы попросил разрешения сделать маленькое лирическое отступление, очень кстати сегодняшней теме. В июне 1979 года молодой, наивный 20-летний техасский студент, он же я, поехал в первый раз за границу, в Советский Союз, в Ленинград, на летную программу русского языка в Ленинграде. В это время, а еще я сам как не решил пока, кем быть. Хотел стать сначала вот адвокатом, но и также хотел как раз улучшить мое знание русского языка в то время. Сказать слегка, что эта поездка меня впечатлила, не то слово. Но после 5 недель в Ленинграде он, то есть я, ехал в Москву на последние дни нашей программы. К концу последнего дня в столице у нас было свободное время. И наш гид, интурист, конечно, предложил нам разные мероприятия по городу. Ну, пожалуйста, билеты в цирк, музей Толстого, катание по Москве-реке и так далее. Но никаких из этих предложений мне не заинтересовало. В конце концов, он предложил мне и моему другу билеты в театр. Нет, я сказал. Ну, тогда у меня было всего 2 года русского языка. Я говорю, я не понимаю пьесы, трудные. Да нет, он говорит, вы все поймете. Это же Шекспир, текст английский, но по-русски. Вам понравится, берите билеты. Ладно, ладно, говорю. И я взял билеты, и мы пошли в театр. Театр, конечно, на Таганке. Вот спектакль, конечно, был любимский «Гамлет». Театр маленький такой, мне очень нравится как раз театр на Таганке, затих.
И Гамлет этот в черном, играя на гитаре, вышел на сцену и запел. И я буквально замер на месте. Даже трудно мне сейчас об этом вспомнить. Такого я никогда в жизни не видел. И наверняка не больше не увижу. Это был Высоцкий, настоящий датский принц, но с русской душой. Удивительно. Сидя в этом театре, как раз вот билеты очень хорошие были, мы сидели в первом ряду, я понял, что мне надо не только овладеть русским языком достаточно хорошо, но необходимо усовершенствовать знание русского языка, чтобы понять, что пишет, поет и говорит этот великолепный человек Высоцкий. Но после окончания колледжа я поступил в аспирантуру Гарвардского университета стать преподавателем русского языка, литературы и культуры. Вообще решил не стать адвокатом, лучше стать преподавателем языка. Вот. Ну и 30 лет спустя, в 2008 году, я, наконец, осуществил свое заветное желание создать и преподавать курс по Высоцкому. Я в нашем Техасском университете я преподаю с 1990 года курсы по русскому языку на всех уровнях, по русской культуре, особенно курсы о Булгакове и Достоевском, по культуре, особенно культуре молодежи в России, и курсы по фольклору и сказкам. Но очень хотел и преподавать курс по Высоцкому. Эта мечта осуществилась в 2008 году. И вот хотел об этом опыте вам сейчас рассказать. В этом курсе я хотел включить не только разные произведения артиста, то есть не только его стихи, его песни, но и материал, касающийся исторических и политических событий этого периода в истории страны. Например, последние годы Сталина после войны, оттепель Хрущева, период застоя Брежнева, и как произведения Высоцкого отражали эти события и эти периоды. Ребята на этом семинаре учатся не только о чем, что писал, пел и играл Высоцкий, но и как он жил в этих интересные дни. Таким образом, в 2008 году я создал первую версию нового семинара о жизни и творчестве Владимира Высоцкого. Думал, как максимум, поскольку тема довольно трудная, то есть не только что семинар был, конечно, проведен на русском языке, но весь материал, и фильмы, и пьесы, и песни, конечно, вот, и эти исторические периоды, ну, довольно сложно для наших студентов, ну, аспирантов, поэтому я решил, что лучше, чтобы только, то есть только аспиранты должны вот так как раз и зарегистрироваться. Думаю, что как максимум 6-7 человек бы подписались на такой семинар. В итоге 17 аспирантов зарегистрировались, а еще 3 студента с хорошим знанием языка тоже к нам присоединились. Вот план работы семинара. То есть это короче. Вот это краткий обзор содержания нашего семинара. Вот здесь вы увидите в каждом месяце, начиная с сентября, первые годы молодой Высоцкий после войны, Хрущев и оттепель, его первые попытки писать первые стихи, потом в октябре уже 60-е годы, еще поэзии, поэмы, но и песни, но еще и спектакли «Жизнь Галилеев»,
Пугачев и другие, Гамлет, Вишневый сад. В ноябре уже вот больше о кино. Здесь его фильмы «Место встречи изменить нельзя», «Служили два товарища», «Хозяин тайги» и другие. И в конце концов, последние дни курса, в декабре, последние дни Высоцкого, «Москва Олимпийская» в 80-м году и похороны Высоцкого. Сразу в этом курсе возник такой вопрос. Знают ли, для меня, между прочим, знают ли американцы вообще и наши студенты, техасские студенты русского языка и литературы, в частности, о Высоцком? Какое место в культурной жизни американца занимает русский бард, поэт, актер Владимир Высоцкий? И как раз для меня этих и других моего поколения ответ на этот вопрос очень просто. В программе «60 минут» 20 февраля 1977 года был интервью с Высоцким, с репортером Дэн Резером. Пожалуйста, посмотрите вот маленький клип, 2-минутный, как это все нам показало. Пожалуйста, вот первый клип. Two weeks ago on 60 Minutes, a leading Soviet dissident, Vladimir Bukovsky, described the Soviet Union as one huge prison camp. Recently, it seems, a new Soviet dissident pops up almost every day. And according to these dissidents, led by the Nobel Prize winner Andrei Sakharov, Russia is violating the Helsinki Accords by denying its citizens basic civil rights. In light of all this, it surprised us to hear that somebody sings anti-establishment songs in that very established communist country. His name is Vladimir Vysotsky. Some people call him the Bob Dylan of the Soviet Union. Vysotsky is a famous actor in Russian movies and on the stage. That's his conventional side. But he also writes and sings biting satirical poems about life in the Soviet Union. He says that what he writes and sings is not unpatriotic, so he does not classify himself as a political rebel. But there is no doubt Vysotsky is a strong critic of his society. The Soviet authorities, it seems, don't know what of anything to do about him. They didn't know what to do about him when he got on a plane recently and came to New York. Любое время года, когда веселых песен. One of his strongest statements is a song called «Я не люблю», «Things I don't like», such as «I don't like cold cynicism», «I don't like strangers reading my mail», «I hate tattletales and slanderers», «I don't like people being shot in the back or in the front». I'm upset when the innocent suffer. Ну вот, в итоге в этом интервью американцы в первый раз услышали вот этот голос уникальный, вот этот хриплый голос, первые вот строчки некоторых песен и некоторые, ну, некоторые вот как раз нюансы уже в менталитете Высоцкого артиста через интервью. Очень интересно, на самом деле, сам факт, что вот интервью, то есть поездка Высоцкого была в 76-м году, но только 6 месяцев спустя показывали вот по телевизору это интервью, именно потому что было вот эти, ну, щекотливости, скажем так, о теме. Ну вот, потом, сейчас чуть дальше. В 85-м году, ну, ожидаю Горбачева и периода гласности, фильм, американский фильм «Белые ночи»
в ключевой сцене Михаил Барышников в роли советского танцора и диссидента Николая Родченко демонстрирует свободу танца на Западе бывшей коллеги балерины Галине Ивановой. Играет роль, эту роль Хелен Миррен, то есть потрясающая актриса английская. И все это вот в сцене, это под музыку Высоцкого. То есть это именно для моего поколения. Я помню еще в колледже, когда я видел первый раз вот это интервью 10 лет до этого, а потом уже в аспирантуре, и мы все смотрели в восторге этот фильм, потому что не только видели Барышникова, но и слушали вот музыку Высоцкого и голос Высоцкого еще раз, но в этот раз в американском фильме. Пожалуйста, вот здесь маленький отрывок, и самое главное здесь вот песня, которая играет, то есть на фоне этой сцены. Пожалуйста. Do you know what it means? Be really free, do you? No, it's like Vysotsky. You whisper his songs. I won't whisper what I feel. I want to scream like he does. I can't fly anymore. Look at me. Look at me! Гости к Богу не бывает опозданий. Так что ж там ангелы поют такими злыми голосами? Или это колокольчик весь зажжется от рыданий? Или я кричу коням, чтоб не несли так быстро сани, чуть помедленнее кони, чуть помедленнее. Умоляю вас, скачь, не лететь. Но что на кони мне попались привередливые, коли дожить не успел, так хотя бы допеть. И я коней напою, и я куплен напою. Мгновенье еще постою на краю. Ну, мурашки по коже, не правда? Действительно, вот, наверное, надо признаться, что эта песня «Кони привередливые» любимая, то есть из всех песен Высоцкого, моя. Ну вот эти слова, слова из песни Высоцкого «Кони привередливые» из фильма «Белые ночи», конечно, не случайные. Это не просто решение режиссера, не просто, наверное, по совету Барышникова и так далее. Песня эта, хотя очень серьезная и даже больно слушать, все-таки имеет оптимистический оттенок для нашего будущего, если мы возьмем свою судьбу в руки. И для этого периода, не забудьте, что это 85-й год, уже только еле-еле начинается вот, перестройка начинается, гласность и так далее. Уже вот видно, может быть, конец холодной войны, что есть какое-то здесь какое-то желание, какая-то надежда, что, может быть, все изменится к лучшему. Вот. Ну, следующее. Будет еще один клип, и для наших, то есть для моих сегодняшних студентов тогда и аспирантов на семинаре я старался найти
так, такие же яркие, незабываемые моменты, фрагменты жизни и творчества Высоцкого, которые передают такое же ощущение понимания и сочувствия чужого момента в истории. К этой цели, как и для меня, очень успешно подходит эта знаменитая сцена из пьесы «Гамлета». К счастью, она сохраняется в записи режиссера Юрия Любимова, покойного Юрия Любимова, репетиции пьесы в Болгарии 1971 года. Это, конечно, известная сцена из спектакля «Гамлет». Пожалуйста, последний клип. Быть или не быть? Вот в чем вопрос. Быть или не быть? Вот в чем вопрос. Быть или не быть? Вот в чем вопрос. Быть или не быть? Достойно терпеть без ропот на позор судьбы. Или нужно оказать сопротивление? Восстать. Вооружиться, победить, и погибнуть, или... А как он принял? Как человек воспитанный. Но с некоторой долей принуждения. Скупился на вопрос. Но в ответ был разговор. А вы его не звали развлечься? Все сошлось само собой. Дорогу мы встретили актеров. Узнав об этом, он был очень рад. Во всяком случае, актеры в замке и получили, кажется, приказ играть. Истинная правда. Он просит августейшую читу пожаловать к спектаклю. С наслаждением. Мне радостно узнать, что у него такая скромность. Молодые люди, и дальше поощряйте эту страсть. Пусть не хандрит. Приложим все усилия. Восстать. Вооружиться, победить. Или погибнуть, умереть, уснуть, и знать, что этим обрываешь цепь сердечных мук и тысячи лишений, присущих телу. Это ли не цель, что всем желанна? Умереть, уснуть, уснуть и видеть сны. Вот ответ. Или не быть? Вот в чем вопрос. Достойно терпеть безропотно позор судьбы? Или нужно оказать сопротивление? Восстать, вооружиться, победить или погибнуть, умереть, уснуть? И знать, что этим обрываешь цепь сердечных мук и тысячи лишений, присущих телу. Это ли не цель, что всем желанно? Умереть, уснуть, уснуть и видеть сны? И видеть сны. Ох, сейчас я хочу вот показывать вот. Потрясающая сцена, правда. Вот действительно для меня лично, я еще, когда я вижу вот эту сцену еще, даже сегодня, я все вспоминаю вот эти дни в 79-м году, когда я в первый раз слышал и видел эту сцену, и такое же ощущение восторга просто захватывает меня. Вот. Но студенты и аспиранты всегда в восторге от этого клипа. Потом мы вместе разбираем другие подходящие материалы, конечно, в нашем семинаре. Стихи «Гамлет» Пастернака и стихи выступления стихов «Мой Гамлет» Высоцкого. То есть это не только просмотр один клип и обсуждение этого клипа, конечно, это и есть, но тогда надо и найти другие нити, другие сходства, чтобы студентам дать полное представление, что такое, что значит вот эта сцена уже в менталитете русского человека. Ну, и, по крайней мере, мы так и постараемся, чтобы понять этот такой менталитет. Поэтому вот эти другие материалы, как поэзия Пастернака, как другие произведения Высоцкого и так далее – они очень важные части целого плана семинара.
И мы, пожалуйста, вот чтобы быстро я объясню, что здесь перед вами. Слева это фотка, которую сделал журналист, который работал с нашей группой. Он русский человек, это ну, еще в советском периоде. Это в нашей столовой. Я человек, который сидит там в центре, держу там стакан компота. Наверное, увидите, это было в 79-м году, во время этой первой поездки в Ленинграде. Вот. А справа вот эта последняя группа наших студентов-аспирантов, которые занимались произведениями Высоцкого в прошлом году, как раз осенью. Вот, очень хорошие ребята, и они были, как и все другие группы, которые были в этом семинаре, были в восторге от произведения Высоцкого. Вот студенты, и вот таким образом случайные билеты в театр превратил жизнь молодого студента из Техаса, он же я, в карьеру в университете как профессор славистики. По словам Высоцкого, будем надеяться, что в рамках изучения других культур, разных людей и образов жизни, что мы как-то найдем правильный путь. Пусть изучение произведения Высоцкого в Техасе будут маленький, робкий шаг по пути взаимопонимания. Я очень надеюсь, что мы все наши кони будут привередливыми, не все, и что мы можем идти дальше к этой цели. Чуть помедленнее, может быть, но тем не менее – все дальше и дальше. Спасибо вам огромное за внимание, и я очень жду ваших вопросов, отзывов и так далее. Спасибо. Вот теперь, как я понимаю, будут, если у вас есть вопросы, я думаю, что они будут в нашем чате, и я с удовольствием отвечу на все ваши вопросы, или если у вас просто есть комментарии, ваше мнение и так далее, я бы с удовольствием просто поделилась мнениями с вами. Вот, вижу вот первое замечание. Знаете, что американцы подумали об интервью 60 минут? Да, как раз, по крайней мере, я помню вот некоторые вот вещи. Помню, что мы думали, как студенты. Мы все в то время занимались русским языком, и поэтому по совету нашего профессора русского языка, американца, между прочим, сказал, вот надо посмотреть вот интервью сегодня вечером, 60 минут, это было у нас по воскресеньям, показывали, эта программа показывалась, вот. И он говорит, потому что там будет вот человек, русский человек, советский человек, Владимир Высоцкий, это не просто поэт, это не просто актер, не просто человек советский, это бард. А я помню, что я в первый раз тогда слышал это слово, что такое бард, и только после интервью понял, не только, какое значение имеет слово бард, но что это было как человек. Ответы, его ответы на вопросы Дэна Реттера были потрясающие. Почему? Потому что он, конечно, честно отвечал на все вопросы, но, конечно, очень тщательно, потому что все-таки ему надо было вернуться к родине после поездки. И многие, не только в Америке, но и за границей, думали, что это интервью было одно из первых «окон», в кавычках, «окон» в Советский Союз,
того времени дали нам вот какой-то маленький взгляд уже в жизнь советских людей. И поэтому не все, конечно, были в восторге от голоса Высоцкого или от музыки его, не поняли все, даже с переводом. Но для каждой из нас, которые занимались языком и так далее, думали, что это действительно как большое за это замечание, потому что хотел как раз и заметить, забыл, что хореограф для этого фильма, знаменитая хореограф Твайла Тарп, у нее уникальный образ танца. Ее танцы были во многих фильмах того времени. Фильм «Волосы», например, вот, наверное, самый яркий из ее фильмов того времени. Но действительно, вот это было как раз не только она, но как совместное действие с Барышниковым. Они вместе создали именно этот танец. Барышников об этом говорит в разных интервью после того, как фильм вышел, и он говорит, что для него лично, как человек, вот, танец очень важен, потому что он знал Высоцкого, они встречались, когда Высоцкий был в Америке тогда, в 76-м году, и это было именно в его честь, что он танцевал вот таким образом. Так что спасибо за это замечание. Что американским студентам больше всего нравится в Высоцком? С чем они связаны? Ой, очень хороший и трудный вопрос на самом деле. Ну, разные вещи, надо сказать. Нет одного главного. Они им нравится точно его страсть. Несмотря на то, что песня ли это или сцена из классического театра, ну, как шекспировский «Гамлет», они просто смотрят на все, что делает Высоцкий, когда он поет, когда он играет на сцене, когда он играет во фильмах, что он все делает страстью. И они это очень ценят. Между прочим, я добавлю, что это не только как раз вот то поколение миллениалов, но и сегодняшнее поколение цифровое. Эти молодые студенты у нас очень ценят произведение, работу Высоцкого именно потому, что это все сделано страстью. То есть несмотря на то, что некоторым не нравится, скажем, вот эта хриплость голоса и так далее, но всем нравится то, что он делает все страстью. Вот. Спасибо. И с чем они связаны? Ну, наверное, вот именно вот, связаны с этим чувством, но далее я бы сказал, что они к этому добавлю, что они очень ценят то, что русские и сегодня не только знают, кто такой Высоцкий, знают Высоцкого, но и знают его работу, его произведения. Они понимают, что даже в фильмах, которые сейчас в прокате и так далее в России, они услышат там строчку поэзии Высоцкого или там цитату по Высоцкого и так далее, что он не только такой человек, который был, и все после смерти, но то, что он еще живет в душах русских, всех русских, вот. И это действительно им очень ценно. Вот. Есть еще или вопросы, и комментарии, и так далее, я бы с удовольствием ответил. У
Мне было бы интересно узнать, какие у вас есть мнения о том, что мы в Америке, в Техасе, тем более в Техасе, занимаемся произведениями Высоцкого. То есть имеет как раз какая-то связь с настоящей жизни в России или нет? Есть еще, сейчас посмотрим, какая твоя любимая песня. Ой, безусловно. Если несколько, то есть, и я могу и несколько. Но в первую очередь, пожалуйста, конечно, «Кони привередливые». И это не только потому, что это было в фильме «Белые ночи», но просто вот есть разные версии эти песни. И я думаю, что у меня есть, по крайней мере, в своей коллекции есть, ну, штук 8 разных вариантов и так далее. Вот. И во всей версии есть какие-нибудь, не знаю, особые черты или голоса, или тембра, или что-то, как раз Высоцкий не просто поет эти слова, как, ну, машинально, автоматически. Нет, он каждый раз, когда он поет эти слова, он почувствовал, что они, ну, настолько они тяжелы. Вот. И поэтому мне очень нравится. Еще нравится, конечно, «Я не люблю», мне нравится очень... Ой, «На большом каретном». Очень. «Большой каретный», между прочим, «Большая каретная», «Большой каретный переулок». Очень такое, для меня очень, ну, любимое место практически в Москве, одно из них. И у меня такое мнение, ощущение, что в каждом городе, в деревне, каждой деревне, в деревне есть местечко, как «Большой каретный», то есть место, которое много значит человеку и так далее. Ваша презентация настолько пропитана любовью, спасибо большое, и творчеству Высоцкого, что сердце тает. Ой, Господи, вот спасибо огромное. То есть это действительно значит многое. Спасибо вам огромное за такой теплый рассказ. Спасибо, Елена. Вам огромное спасибо за то, что я знаю, что все ваше время, это очень ценное, и я очень рад, что вы хотели провести этот час вместе. Есть еще или вопросы, или комментарии, или... Спасибо вам еще раз. Было настолько приятно. Я надеюсь, что все будет хорошо. Будем надеяться. И я надеюсь, что мы еще увидимся в будущем. Всего доброго.